Привет всем любителям пиратской романтики. Привет, Владимир. Сейчас будем пробовать «Корсаров. Город потерянных кораблей». Вот такое окошко в начале показывается перед запуском игры, где можно выставить настройки. Что мы тут выставим, наверное, так и оставим. Ну что? Инжин? Автоматом игра не запустилась, поэтому инжин запускаем. Игрушка, похоже, очень старая. О, смотрите, 8-й DirectX. Неплохо. Так. Смотрим еще раз. Настройки графики, но уже в игре. Тут, оказывается, тоже что-то есть. Все ставим пониже. Так, звуки пускай так будут. Диалоги, не знаю. Не знаю, тяжело настраивать. Плоховато слышно. Ну вот, эффект пускай. Так, разрешить. Ну, вроде все. Окей. Если бы еще развернуть на весь экран, было бы вообще замечательно. Так, выбираем мужичка и погнали. Идет игрушка в оконном режиме. И смотрите, какой FPS. 20 кадров. Да что ж такое? Что ж мне так не везет? Владимир, какие-то ты мне серьезные игры задал. Старые, но смотри, вот идут как-то они не очень хорошо, 25-28, но по ощущениям игрушка, конечно, просто летает, но FPS показывается статистикой что-то не очень хороший. Даже не знаю, чем это объяснить, но смотри, вот кручу камеру, все просто суперски летает, да нечему здесь тормозить. Примитивная графика. Смотрите, звук как тормозит. Ужас, ужас. Что-то со звуком не то. Либо мне опять пиратка такая попалась не очень удачная. Либо, может, с драйверами, со звуковыми какая-то у меня проблема. А может, и так задумано было. Может, из-за того, что игра старая, может, поэтому тормозит звук. То есть с графикой-то проблем вообще нету, а вот звук какой-то стрёмный. Так, кто здесь спит? Миша. Пришел полежать на моей кровати. Так, 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 так. В общем, опять игра такая. Бродилка, РПГшка. Ходим, болтаем, что-то выполняем, какие-то миссии. Эндрю Блейнс. Ой, какой звук. Кошмар, кошмар. Уши сейчас вытекут. Он меня рад видеть, а я так как рад. Так, ну пошли, что-то там у тебя есть, да? Где? Не очень понятно. Не очень понятно, куда бежать. О, чемодан. Чемоданчик. А ну-ка, открывай свой чемоданчик. Нет, не хочет. Чё? Ну и вот такой экшен. Тут пошла жара. Какие-то чуваки на меня напали. В общем, стражники какие-то, я не знаю. Сейчас я попытаюсь от него скрыться. Ай! Скрываемся. Уровень интеллекта уровня, искусственного интеллекта уровня бог. Как видите, вот все стражники стоят. Один что-то за мной там бегает, тужится, пыжится. Ну, у него как-то не очень хорошо получается, так как я бегаю все-таки шустрее. Только у меня сабли что-то не хватает. Кто забрал мою саблю? Ух ты! Вы видали, он через дверь умеет рубить. Круто. Все, посадили меня. Сижу за решеткой в темнице сырой. Такая вот судьба пиратская. Да. Украл, выпил, сел. Романтика. Ладно, буду на этом заканчивать тестирование пиратов-корсаров. Всем пока, до следующих тестов.